Дорогая Валентина Алевтиновна. Алевтина Валентиновна. Именно. С радостью сообщаю вам, наши поиски увенчались успехом. И вот спустя всего какую-то смешную неделю мы можем вернуть вам вашу пропавшую кошечку. Да что вы говорите? Ой, господи. Моя Марусечка. Ой, живая. Ой, мои глазки, целый носик. Родная моя нашлась. Родная моя, кошка ты моя. Да где ж ты пропадала-то? Как же ты нашлась-то, родная моя? Хо-хо-хо, совесть не позволяет мне рассказать эту леденящую кровь историю, если бы вы знали. А что? Какая горькая судьбинушка уготована была вашей кошечке, не подоспеем мы вовремя. Вы меня пугаете. А что случилось-то? Не могу рассказать. Как? Как не можете? Ну хорошо. Между нами. Между нами, конечно. В городе уже 4-й год орудует банда кэтнеперов. А что это такое? Кто это? Чем они там занимаются? Кэтнеперы? Да. Кэтнеппингом. Кошек воруют. Представьте себе, Донецк, 3 часа ночи, шахта номер 749-27-45, я по пояс черт знает в чем. Скорее всего, в угле. Правильно говорить, не в угле, а в углу. Ну да, по пояс в углу. И вдруг я слышу. Это ваша кошечка. Ну, а остальное уже дело техники. Фух. Вы герой. Герой. Ну что вы, это правда. Просто моя работа. А, да. Так. Вот, возьмите. Берите. Вы честно заработали эти деньги. Ой, я так рада. Спасибо. Вы герой. Просто... А! Просто герой. Ну и где кошак был на самом деле? На крыше у нее сволочь сидела. Я ее тогда сразу через час и нашел. Почему неделю не отдавал? Ну как? Клиента готовил. Цену натягивал. Ну и авторитет нашей фирмы зарабатывал. Аферист и вымогатель. Это просто моя работа. Надо закрываться. Это же мой любимый. Как ты догадался? Я слишком сильно люблю тебя, чтобы ошибаться. Ой, ты хорошенький. В смысле закрываться? Куда закрываться-то? Утро еще? Закрывать агентство вообще. Шутишь? Нет, не шучу. Не понял. А чего ты не понял, а? Куда закрываться-то? Сбрендил или давно не трахался? Я не сбрендил. Уже хорошо. Значит, второй, да? А второй не твое дело, собачий. Ну, значит, давно. Сейчас все исправим, Мишаня.
Алло, Зая, засучи ушки и слушай внимательно. Зая, не надо сучить ушками. Андрюша перезвонит тебе позже. Фу, да что случилось-то? С какого черта нам закрываться-то? Нормально работаем. Нормально работаем? Агентство нестандартных личных ситуаций. Чем мы занимаемся в последнее время? Хренотенью какой-то! Что ты целую неделю делал? Кошака прятал в подвале от бабки? Фу, бред какой-то. То есть виноват опять я? Да не ты виноват. Никто не виноват. Раньше мы даже за бракоразводные дела обрезгивали взяться. Это было ниже нашего нестандартного достоинства. Не забыл? Нет? А теперь мы тянем все подряд, лишь бы бабки капали, да? Мелкая, гадка. Скучно. Иван, завязывай, уж сломаешь. Тихо ты. Нас, кажется, закрывают. Угу, так я тебе поверил, нашел дуру. Не веришь? Послушай сама. Имей в виду, я не подслушиваю, а проверяю информацию. Тихо. Ну и что ты на меня-то орешь? Да никто на тебя не орет. Ты придумал это агентство ситуации. То есть все-таки крайне я, да? Да если бы не я, Мишаня, гнил бы ты сейчас своей коммуналке. Хорошенькие дела, они что, совсем охренели нафиг? Сейчас я им покажу. Перестань. Не наше это дело. Не наше, а чье же? Я так понимаю, надо работу искать. Какую, Иваныч, тебе работу? Ты ж пенсионер. А, да, тьфу ты, опять забыл. Цаца какая. Бабки ему, видишь, не так зарабатывать, да? Если бы не брали за все подряд, давно бы уже прогорели. Прогорели бы и черт с ним, значит, никому это не было нужно. Да пошел ты! Сам пошел. Ой, мальчишки, какое все-таки прекрасное... утро. Ваш друг поэт собирает бутылки, и вас это удивляет. Зачем? Что он с ними делает? С чем? С бутылками? Ну, сдает, по всей видимости, скорее всего. Как и неведом. Поэт собирает бутылки. Поэты очень часто собирают бутылки. Иначе им, простите, пить не на что. Дорохов вообще не пьет и никогда не пил. Значит, время пришло. Жизнь так устроена. Не пьешь, не пьешь. А потом приходит время. И спиваешься. Чушь собачья. Дорохов, даже если бы он пил, он достаточно обеспеченный человек для того, чтобы не собирать бутылки. А главное, что я у него спрашиваю, а он ничего разумительного не отвечает. Сказал только, что на них у него теперь вся надежда. А может быть, он их коллекционирует? Нет. Может быть, поспорил с кем-нибудь? Узнавал, нет. А может быть, он делает из них произведение искусства? Ну, я не знаю, там... Резьба по горлышку, например. Ну, в общих чертах я поняла. И даже в чем-то с тобой согласна. Но зачем так радикально, Миш? Зачем сразу закрываться, а? Ты с присущей тебе мудростью очень точно указал нам на наши общие промахи в работе и правильно сделал. Правильно. Как говорится, дурак, который прозрел, уже не дурак. Клебанчик, я правильно говорю? А? Вот видишь, Андрюха так считает. Надо что-то менять, Миша. Надо что-то что менять. Что ты хочешь, чтобы я поменял? Если у людей пропадают кошки, я не в силах ничего так. менять.
Ну? Нужны интересные дела. Нужны сложные задачи. Так... Жизнь нужна. А... Где они? Ау. Совершенно ау. Верно, Мишаня, совершенно ау. Верно. И ау. Опять ты ау. С присущей тебе мудростью очень точно очертил круг предстоящих нам дел. Так нужно самим искать такие дела. Нужно самим искать. Под лежачий камень вода не течет. Хлебанчик, я правильно говорю? А? Вот видишь, и Хлебанов тоже так считает. Так, все, давай, прекращай хандрить. Надоело мне. Миш. Ну нельзя поддаваться депрессии. И ты с присущей тебе мудростью. Не можешь этого не понимать. Может, скажешь уже что-нибудь? Пошли они в задницу оба. Кто оба? И Миша, и присущая ему мудрость. Все, надоело мне. Закрываемся к чертям. Так, так, так. Ну еще ты давай здесь. Отлично, отлично. И главное, что вовремя. А чего ж тут отлично, Витя? По-моему, все очень даже погано. Я это имел в виду, просто сказал об этом с иронией, понятно? А при чем тут ирония, Витя? Какая нафиг ирония? Все разругались, закрылись. Хорошенькая ирония. Виктор, вы сказали вовремя. Это в смысле у вас какое-то дело или тоже ирония? Разумеется, есть дело. Где он? Страшно даже сказать. У него запой. Давно? Запой. Со вчерашнего дня. Не знаю, что делать. Все читает и читает. Все читает и читает. Ну, ничего, ничего. Матери только пока ничего не нужно говорить. А мать знает. Она привычная. Понимаю. Ну, дети мои. Виктор Брагин, снятие порчи по имейлу и прерывание запоев в публичке. О, Витя, ты что здесь делаешь? Фамилия, имя, отчество. Шуйский Михаил Саныч. Саныч. Год рождения? 1974. Первый раз здесь. Ну что вы, я здесь с детства. Родители? Вот они-то меня и приучили. Наследственные. Хорошо. Что же привело вас сюда на этот раз? Скука, одиночество, разочарование. Хотите об этом поговорить? Нет. Хотел помочь людям. Решать их нестандартные ситуации. А вместо этого занимаюсь какой-то ерундой. Как я вас понимаю. Кстати, как вы сказали, нестандартные. И мне вспомнилось.
В моей практике был такой случай. Один пациент никак не мог понять, почему его знакомый, вполне обеспеченный человек, собирает на улице бутылки. Забавно, не правда ли? Не знаю. Наверное, коллекционирует. Нет. Ну, тогда поспорил с кем-то. Нет. Ну и зачем он их собирает? Понятия не имею. Вот адрес и телефон клиента. И кончай валять дурака. А что ж ты сам? Некогда. Есть одно дело. Кажется, я напал на след Гудвина, если ты еще знаешь такого. Надо проследить. Ну что, Витя? А? Что, Витя? А, все в порядке. Все в порядке. Пульс в венах, зрачки в очках, вес в килограммах, прикус стабильный, просит к себе Андрюшу. Кстати, а где Андрюша? Где его носит? Почему еще до сих пор он не у Адра? У него это... тоже запой. А какой именно? Понятно, какой. Алло. Алло. Да. Ну и чё? Да ты что? Лечу. Ты куда? Радость у меня. Сын родился, Серегой назвал. У меня друг из запоя вышел, я к нему лечу. В больницу? В библиотеку. Всем спасибо. Никогда не забуду, как-нибудь еще загляну. Пропустил? Раз, два, три. Четвертый привет. Этаж, угловая. Привет. На. Прости, брат. Я был неправ, погорячился. Брось, брат. Это ты меня прости. Я был неправ. Слышь, клоуны, прекращайте. Прекращайте, у меня ноги замерзли, пошли. Раздевайтесь. Ваш друг очень о вас беспокоится. А чего обо мне беспокоиться? Со мной все будет нормально. Теперь, вот благодаря им,
Ну, разумеется, бутылки, они всегда помогают. А что вы пишете? Стихи? Можно почитать? Вам-то зачем? Люблю стихи. Конечно. Стихи теперь все любят. Про любовь и морковку. Только это не стихи, а дерьмо. Настоящие стихи никому не нужны. Ненормальный. Мих, пойдем отсюда. Конечно, я ненормальный. Ой, мама, помогите! Потому что знаю разницу между дерьмом и искусством. А нормально это когда дерьмо, да? По-моему, гениально. Ну? Скажите это тому телевизионному убожеству, которое меня уволило. Не, не покатит. Что за билиберда? Что ты принес? Стихи. Это не стихи. Это дерьмо. Как? Почему? И вообще, кому сейчас нужны стихи? Куда я их засуну? Я готовлю новый проект. Дорохов, ты в своем уме? Ты себе представляешь рейтинг этого проекта? Ты что, первый год замужем? У тебя уже есть проект. Отличное игровое шоу, волшебная дырка. Но оно же тупое. Что ты сказал? Оно тупое. Ах, вот как. А ты знаешь, какой у него рейтинг? Твои гребаные стихи будут слушать 1.5% аудитории старушек. А шоу «Волшебная дырка» вся страна смотрит, между прочим. Зритель не ошибается, его не обманешь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А обмануть можно любого. Ах, вот как ты заговорил. Да, я просто имею в виду, что не надо прикрываться зрителем. Дорохов, меня осенило. Раз тебе так не нравится твоя волшебная дырка, я знаю, как тебе помочь. Ты уволен. А контракт? Они разорвали его в одностороннем порядке. Так я не понял, а в чем проблема-то? Ты же вроде не бедный, малый. Купи себе эфиры, и пусть они подавятся. Ну, во-первых, даже если я и не бедный, то все же не до такой степени. Эфир штука дорогая. А во-вторых, мы так разругались, что мне перекрыли все краны. На телевидении я теперь персона нон грата. Понятно. А чем вам бутылки помогут? А вы еще не поняли? Mm-mm. Меня лишили эфира. У меня отняли связь с моими зрителями. А самое древнее средство общения между людьми на большом расстоянии? Письма. Конечно. Я наполню эти бутылки своими стихами. И когда сойдет снег, брошу их в Неву. А она донесет их по самым разным адресам, самым разным читателям. Разумеется, часть бутылок потонет, поэтому их нужно много. А приколитесь, по весне в новостях сообщат. Вчера в устье Невы затонул танкер водоизмещением 100 тысяч тонн. Причиной аварии послужило столкновение с собранием сочинения малоизвестного поэта Дорохова, ведущего популярнейшее игровое шоу «Волшебная дырка». Нет, он правда не в себе. Беда не в этом. Стихи действительно гениальны. А я считаю, что нужно пропихнуть Дорохова на телевидение. Это Дорохов. Он очень хотел бы читать свои стихи на телевидении, и вам это, наверное, очень...
Слушай, о чем мы паримся-то? У Брагина же везде связи. Нехай брякнет, чтобы нас приняли. Что ему стоит? Брагин занят. У него важное дело. Жрет, что ли? Может, плюнем на все, а? Ну, хорошие стихи, ну и что? Нельзя, Андрюха. Дорохов, конечно, с тараканами, но он прав. Культура в упадке. Она не привыкла себя защищать. Надо прорваться. Алло! Привет. Привет всем. Шляпу надо снимать в помещении. Физкультуре. Привет. Давно не было. Ага. Теперь как обычно. Пиво и тревоги. О! Больше нельзя, я сегодня за рулем. Спасибо. Ты где сядешь? Слышь ты, раб Божий. Чего непонятного, а? Шляпу снял? Эй! Нет, ты чё, оглох, что ли? Шляпу сними. Шляпу сними. Ты пойми, что нельзя идти на поводу толпы. Искусство должно вести за собой. Должно формировать личность, иначе погрязнем в бескультурье. Да все это, конечно, правильно, но менталитет личности не терпит насилия. Ну ты дал. Их бин в ауте. Где шпаргалка? Дома. А проще говоря, Мишаня, не учи человека жить. Так сказать, не лезь в чужой чиллаут со своей VIP-пкой. Культура штука тонкая. В том-то и дело, что культура... Привет. Здорово. Привет. Чем занимаешься? Читаю лекции по культуре. Краткий курс для начинающих. Вариант лайт, так сказать. Ну ты видел? Нельзя ждать, пока индивидуум созреет. Его нужно ввести. Угу. Нужно вести за собой. Именно. А иногда и нести. Кать, тут такое дело. Минуточку, а можно? Я прошу прощения, девушка, а нет ли в вашей харчевне музыки для людей? А это для кого? Это для вируса. Вот я, например, Шуберта очень люблю. Да что ты. А у меня с детства мечта была. Какая? Доставить тебе удовольствие. Ну что, я рожу, что ли, этого Шуберта? Вы знаете, это намного вероятнее, чем вам сейчас кажется. Люба, я сейчас в ларек за Шубертом. Прошу прощения. Так о чем мы? Мы насчет культуры. За деньгами, что ли? Да нет, Кать, понимаешь? Встретили мы одного человека. Пишет стихи, а ему не дают это делать. Да. Забавно, как сказал викинг, увидев смокинг. Глупо спрашиваю, что я буду с этого иметь. Поскольку речь идет о культуре, то, видимо, ничего. Художник должен быть голодный. Да. Не знаю, кто это сказал, но точно не художник. Стихи-то хоть хорошие. Гениальные. Ну, за стихи можно. Я ведь сам пописываю. Серьезно? Хотите, почитаю? Давай. Из раннего. Я извиняюсь, извините, но Шуберта нигде не было. Наша только Шопен и Шнуров. Кого ставить?
Доброе утро, вы к кому? Ну, доброе оно или недоброе, пока непонятно. А я к вашему шефу. Вам назначено? Нет. Нет. Это сюрприз. В таком случае, боюсь, шеф не сможет вас принять. Вы совершенно правы. Но знаете, в чем парадокс? Он не сможет, а придется. Кто вы, в конце концов, такой? Я. Да? Я представитель 1,5% аудитории старушек, которым очень нравятся гребаные, как вы их называете, стихи поэта Дорохова. Но поймите же, я не могу дать ему эфир. Рейтинга не будет. Что вы говорите? Не будет рейтинга? Нет. Не будет. Мальчики, вы слышали, у нас рейтинга не будет. Значит, конфеты отменяются. Знаете, ну и черт с ним, с этим рейтингом. Ну, поймите же, я не уполномочен решать такие вопросы. Мальчики, он не уполномочен. Ну, не беда. Я сейчас вас уполномочу. А если вы будете спорить, то я вас еще и аккредитую, чтобы два раза не ездить. Спасибо вам. Честно. Огромное. Да не за что. Смотрите, это же свежие рейтинги. Я на 3-м месте. Спасибо вам. Действительно. Надо же, поздравляю. Если когда. Мы в вас не ошиблись. Чем смогу, всегда. Угу. Извините, надо бежать. Давай. Через 10 минут эфир. Пока. Надо же. Вообще-то я на рейтинг не рассчитывал. А, еще б не было у него рейтинга. Катя в день эфира всю братву подрядил телек смотреть. Вообще-то, это не очень хорошо. Зритель Мишаня никогда не ошибается. Что ему говорят смотреть, то он и смотрит, поэтому всегда прав. А если бы Дорохов побросал бутылки в воду, то рейтинг был бы только у водолазов. А это несправедливо. Согласен. Посмотри на это. Да вы сюда. Поэтому я считаю недопустимым подобное слюнтяйство и слабохарактерность. Нестандартности ему, видите ли, мало. И из-за этого он закрывает агентство и бросает на произвол судьбы миллионы людей, нуждающихся в твоей помощи, Шуйский. А среди этих людей, Михаил, между прочим, немало бедных стариков и несчастных детей. А также незамужних и девственниц. И вы хороши, Клебанов. Вы все хороши. Видите же, что коллега ваш теряется. Помогите. Волнуется? Успокойте. Сбивается? Поправьте. А если зарывается? Закопайте. То есть я хотел сказать, выкопайте? Ну, то есть понятно, что я хотел сказать. Так же нельзя, товарищ. Мы должны помогать. И даже если ситуация не является нестандартной, мы должны сделать ее таковой и разрешить. Так, кажется, я обрежу, пора закругляться. Я предлагаю за слюнтяйство, мягкотелость и безволие. Я предлагаю сделать господину Шуйскому строгий выговор с предупреждением. И вот этого, чтобы этого
Я больше не видел. Поздравляю. Да ну что, что вы, этот стеснялся? Здорово. В своей ответной речи я хотел бы сказать несколько слов Андрею на ухо. Чего? На ухо? Ну. Пойдем. 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 Ну. Слушай, я. Ну, в общем, я не из работы сорвался на самом деле. А из второго. Из-за какого второго? Из-за той котлеты с пюре, что ли? Ну, при чем здесь котлета с пюре? Ну, из-за второго варианта. Ну, помнишь, ты сказал, или ты сбрендил, или... Давно не трахался. Значит, давно не трахался, я так и знал. При чем тут трахался? Это ты вечно. А я встретил девушку. Самую прекрасную. Которая? Вон, видишь? В синей шапочке. Офигел! Да у нее лиц тоже как гарантия кончилась. Ты в уме, антиквар? Ее ж потом не починишь. Да в синей шапочке, дальтоник. А, ну, другое дело. Одобряю. Но, по-моему, эту самую прекрасную уже кто-то встретил. Судя по ребенку. А что? Я детей люблю. А я что? Я тоже детей люблю. И собак, и вообще живность всякую. Ладно, хватит колыхать воздух. Двигай. Куда? Знакомиться. Да сейчас. Она наверняка замужем и счастлива. И вообще все у нее хорошо. А если у нее все хорошо, то почему мы на такой холодине уже полчаса стоим? Имей в виду, Мишаня, девочка правильная. Не пойдешь ты, пойду я. А ты меня знаешь. Предамся с ней любовным утехам, разрушу крепкую семью. Потом брошу, не позвоню ни разу. Она не сможет смотреть мужу в глаза. Потом признается, он ее бросит. Все, лучше я. Нет, 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 я никогда на детской площадке не знакомился. Я не знаю, что сказать. Ой, если б не я, ты б сам до сих пор гулял на этой детской площадке. Хотя ты, наверное, прав, тут какой-то особый подход нужен. Твое счастье, Мишань. Кажется, у меня в этом домике есть связи. Подожди меня. Привет. Ну прекрати, зая, прекрати. Так чего тебе? Выручи, а. Мамаш клеить опять собрался. Все. Последний раз, все. Клянусь, все. Последний раз. Нет. Честное нет. Слово. Что бы ты без меня делал? На, держи. Только чур, это не навсегда, это краткосрочная аренда. Колебанов, это же ребенок. Ты... Да что ты? Да ну. Хорошо, что ты сказал. Конечно, ребенок. Агу, агу. Вот они как выглядят. Ребенок. Ребенок. Мишань, причем ребенок проверен. Я с ним не одну тетю закадрил. Не орет, не писается, зовут Сашкой. Давай, двигай знакомиться. А что я ей скажу? Иди. Говори, что хочешь, только не то, что этот ребенок у тебя от нее. А у вас мальчик или девочка? Мальчик. Или девочка. В смысле? Вы такой веселый. Да уж, обхохочешься. А зовут как? Зовут Саша. Хорошо. И сколько вам? 29, 8 месяцев. Что-то около того. Да, вот они, современные отцы. Ни черта в детях не смыслят. А вы его грудью кормите? Я? Да жена ваша. Я не женат. В разводе?
Да ну не то чтобы. Хотя что-то вроде этого. Редкий случай. Отец-одиночка. Слушайте, правильно сделали. Спасибо. Если женщина бросает ребенка в таком возрасте, то черт с ним, правильно я говорю? Ой. А вы знаете, я вам даже, наверное, немного завидую. Через год, наверное, тоже решусь. На что? Выйду замуж и рожу себе маленького или маленькую. Второго? Почему второго? Первого. Ну, у вас же... Даня! Не смей есть снег! Я тебе что сказала? Я все маме расскажу. Не смей есть снег. Это сестры ребенок. Ой, вот и она, кстати. Ой, привет. Привет. Ну как вы тут? Даня, иди сюда. Ел снег. Снег ел? Конечно, как всегда. Накажу, понял? Все, спасибо, пока. Все, пока. Ну ладно, я пойду. Куда? О, простите. У меня сегодня выходной. Можно бы прогуляться. Ой, хотя вам, наверное, не до развлечений. Ну, почему? Что ж за люди-то такие? Ничего нельзя оставить? А это кто? Это няня моя. Няня? Серьезная очень. Да уж, сам боюсь. Ну, куда пойдем? Ну, можно пойти просто прогуляться. Миша, а где вы работаете? В агентстве нестандартных личных ситуаций. Что, серьезно, что ли? Да. Слушайте, мне вас сам Бог послал. А вы за сложные дела беретесь? Охотно. Слушайте, спасайте, у моей мамы соседи по коммуналке воруют колбасу. Я не знаю, что делать. Решим проблему. Хорошо.